Компрессорный ингалятор CN-233 предназначен для лечения и профилактики заболеваний всех отделов дыхательных путей. Ингалятор подходит как детям, так и взрослым. Компрессорный ингалятор AND-CN-233 состоит из основного блока, емкости для лекарственных препаратов, соединительной трубки, сетевого шнура, насадки для рта, масок взрослой и детских. Прибор необходимо чистить до и после каждого использования. Выключите прибор, отключите от электросети. Тщательно промойте теплой водой или специальным антисептическим раствором соединительную трубку, маски, насадку для рта, емкость для лекарства. Убедитесь, что прибор выключен. Кнопка «вкл-выкл» переведена в положение 0. Поместите ингалятор на устойчивую ровную поверхность. Снимите крышку емкости для лекарства, аккуратно повернув ее против часовой стрелки. Заполните емкость назначенным врачом лекарственным препаратом. Установите крышку емкости для лекарства на место и закройте, аккуратно повернув по часовой стрелке. Подключите один конец соединительной трубки к коннектору, другой конец соединительной трубки подсоедините к емкости для лекарства. Подсоедините насадку для рта или респираторную маску к верхней части емкости для лекарственного препарата. Включите прибор, переведя кнопку «вкл-выкл» в положение 1. Аэрозоль будет выходить через насадку для рта или респираторную маску. Удерживая насадку губами, вдыхайте аэрозоль через рот. Дыхание должно быть ровным, вдохи глубокими. Для проведения ингаляции сразу на все участки дыхательных путей используйте респираторные маски. Для окончания ингаляции переведите кнопку «вкл-выкл» в положение 0. Отсоедините сетевой шнур от электросети. Ингалятор AND для здоровья всей семьи.